В Магасе совсем скоро начнет свою работу первый культурный центр. Подготовку к открытию социально значимого объекта в 17-м микрорайоне проверил глава Ингушетии. Сейчас в двухэтажном здании создаются все условия для проведения на высоком уровне культурно-досуговых мероприятий. На первом этаже будут расположены просторное фойе с зоной для экспозиции, актовый зал на 144 места, гардероб и буфет. На втором – административные и вспомогательные помещения, театральная студия, конференц-зал и мастерские, в которых будут обучать народным ремеслам. Юнусбек Евкуров сделал серьезные замечания в адрес министра культуры Марет Газдиевой и вице-премьера Мадины Гойговой, которые должны были к открытию центра укомплектовать группы для занятий в кружках. Полностью мне разложите здесь все. Где будет заниматься сам у нас? Руководитель ансамбля кто у нас? Я. То есть, где его роль и место здесь? Где твое роль и место? Где вот эти все кружки? По компьютеру, в интернете сейчас объявляйте конкурсы, набор детей.